Банде Гуру Пададандам Бхактапинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Жано Самаюктам Бриндаванам Манохар Банча Калпатару Вашаки Пасинда Бевача Патитананг Павани Бхавишна Вибхьо Намо Намаха Муканкароти Вачаланг Пангунланг Хайтагирим Джатки Патаманг Ванди Парамананда Мадвам Бриндавай Тулсиде Пайпиявай Кесвасача Шна Бхакти Паде Деви Сатта Ваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарунчайва Наруттамам Девин Сарасватин Васам Тато Джайо Мудире Шанкиртане Кришна Катхо Падеши Гаурия Патрашо Пракасанеча Шадануракта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамодакша Джагод Баруньо Дейям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Битатихам Панатопал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Арвиндам Ятпада Паллаванака Чандамани Чатая Бисфуриджита Кимапига Павадушва Дарши, Пурунану Рагара Сасагара Сарамурти, Чарадикама и Кадакимангарус. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Шиаддхита Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда. Шри Аддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджану ламбита бхужау канака бодато Санкетанай капитаро камалайя такшо Вишам баро дижа баро югадхарм пало Банде жагат прияро каруна бхатаро Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе, Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам, Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам. Бхуктин ча муктин ча дада синитам Бхаван рупен сада наранам Ганга таранга рамания джата калапам Гаури нирантара бибуши табам бхагам Нараяно прияманго мада пахарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Шаджушва Бадане Лакшми Джасача Вакшаши Ясясте Хидай Самбид Твам Нишингамахам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе, Харе. Наиватмано Прабхурайам Нижалабхапурно
Наиватмано прабхурайам нижалаб пурно манам жана дхавидушо коруно виниде жаджаджано бхагавате видадхи таманам тачатмане пратимукхоша жата мукхасри Наиватмано прабхурайам нижалаб пурно манам жана давидушо коруно бините жад жад жану бхагавате видадхи таманам тачатмане пратимукхаша жатха мукхаси Гаурия Гостипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Jagadguru told so long as Mayavad going to persist in this material world. Гаурия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что до тех пор, пока Майявада будет существовать в этом мире, мы не сможем получить преимущество для проповеди подлинного бхакти. Гаурия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Джагадгуру сказал, до тех пор, пока Майявада, она есть в этом мире, до тех пор мы не сможем получить преимущество для проповеди чистого бхакти, чтобы спасти всех обычных душ, поскольку философия Майявады, она внешне очень сладкая, все хотят получить эту сладость, этот вкус. И вот философия Майявады, она очень красива, что люди с легкостью принимают ее. Если я буду говорить о чистом бхакти, о чистой бхакти сиддханте, то мало кто может принять. Все гневаются. Они не могут понять милость Гауди Матха. Они не могут понять милость тех чистых преданных Гауди Матха. Они не могут осознать. Они настолько невежественны, что не могут даже понять этого. Что Гауди Матха, он игнорирует какие-то личные корыстные интересы, говорит об абсолютной истине перед вами, может, кому-то это не нравится, люди всячески ничем не помогают и препятствуют, и смотрите, чем жертвует Гауди Матха. Мы должны подумать об этом. Перед тем, как критиковать Гауди Матху, мы должны подумать дважды. Что делает Гауди Матха? Весь мир часто против Гауди Матха, они не готовы принять Вишуддху Сиддханту, но все же Гауди Матха говорит подобно льву, чтобы какие-то души, ходящие, скитающиеся по этому миру в поисках истины, в поисках того, как жить правильно, какого смысла этой жизни, может, по великой удаче кто-то сможет понять это, и поэтому день и ночь это наши усилия направлены на то, чтобы воспевать славу Бхагавана на различных языках, чтобы спасти этих обусловленных душ. Философия Майявады очень красива внешне, в том смысле, и вот Майявада, она защищает наши корыстные интересы. И мы, естественно, заняты нашим телом, умом и всем остальным, что связано с этим материальным телом. И Майявада, она одобряет это. Там в их философии нет вечного существования Бхагавана. А Гуру, Вайшнавов, Нама, Дама, этого всего нет. Они думают, что это все временно. Майявади говорят,
совершать баджан. Какой баджан? Они даже не понимают, что такое баджан. На санскрите это значит, есть корень бадж, корень и суффикс. И это вот этот корень применим к служению, процессу служения, это слово баджан. А сева — это термин применим только к вишну-татве. Служение ослам, обезьянам, прочим животным — это нельзя назвать словом сева. Можно назвать служением или еще чем-то, но не сева, поскольку сева — это тот термин, который относится к абсолютной вишну-татве. Но обычные глупые люди используют это слово неправильно. Что мы можем сделать? Кто-то занимается служением собакам, кошкам, бедным людям, обезьянам, бедным нараянам, так называемым. Но Шрила Прабхупад, он не стеснялся и говорил, что они занимаются глупостью. Он называл их конкретно и говорил, что они просто обманывают людей под видом так называемой севы. И большинство людей, они, по крайней мере, думают, что какой баджан мы должны совершать, кому должны поклоняться, даже это они не знают. И все мы должны принять на себя эту ответственность. Если вы любите Шичитани Махапрабху, мы должны говорить о его славе, о этой абсолютной истине. И те майвади, они говорят, что совершать садхану. Что такое садхана? Их садхана в том, чтобы осознать, что они Брама. Но это ложное, это осознание без какой-либо основы. У них нет основы этого, нет фундамента. Если наше осознание без всякого основания, то что толку? Их философия также в том, чтобы пока божество не поклоняются, не ради их поклонения, временно. И таким образом их философия глупа, у них нет даже здравого смысла. Если я буду обсуждать их философию, то может ясно видно, что занимаются они только обманом. Если бы они вообще вот они даже не говорят, что мы сольемся с безличным Браманом. Они говорят, что сами станут Браманом. Что это? Даже тут неправильно у них. И на какое-то время и вот они на какое-то время, чтобы поддержать свою садхану, они принимают какого-то гуру, принимают какое-то поклонение. Но когда они собираются стать
брахмасидами, то они отвергают все это. И вот философия Майявады внешне красивая, но не имеет никакого основания. И вот те люди с демоническим складом ума, они принимают ее. У них нет настроения служения. Вот будьте уверены, они примут эту майявада философию, как в реке водится рыба, и рыбаки пытаются поймать с помощью различных приспособлений. Удочки, например, они цепляют приманку на крючок, и рыба, плавающая вокруг, она пытается схватить эту приманку и... И ловится. И вот все эти рыбаки, они используют какую-то привлекательную, вкусную приманку. И также демонические люди, они тоже привлекаются этой приманкой майявады. В Падмапуране мы находим, что по указанию Верховного Господа Шанкарачарья вынужден был прийти, чтобы проповедовать майяваду. Это она называется Шарирак Баши. Почему? Для того, чтобы демонических людей отклонить от подлинного пути. Бхагаван не хотел давать им нектар этим демонам. И поэтому Бхагаван дал наставление Шанкара. И у Шанкарачарьи, он Шанкар Бхагаван, в этом нет сомнений. Он пришел по указанию майявады, по указанию Бхагавана, чтобы проповедовать эту майяваду, которая внешне красива, чтобы люди приняли ее и отклонились от пути преданности. И вот Бхагаван, Нарада говорит, и вот Нарада говорит Юдхиштхире: «О, царь, Бхагаван хочет давать тебе даже мукти». Различные виды мукти. Шалокья, саюджа. Бхагаван может это все дать, но подлинный нектар, подлинный амрит он прячет. И вот Нарада говорит Юдхиштхире, что Бхагаван он может даровать даже мукти, столь сложно достижимое освобождение. Если мы пойдем больше на запад, то даже в Индии там можно видеть, что люди более привязаны к материальным вещам. Мы говорим о том, что Харикатху часто организуют вечером. Вечером это после 9.
Ну, Харикатха, еще после Харикатхи Прасад уже это ближе к 11, к полуночи. Ну, Харикатха, но Махараш говорит, что неудобно в это время. Нужно думать о тех, кто будет говорить. И вот это Шанкарачарья проповедовал Майваду, чтобы защитить чистое бхакти и отвратить от него демонических людей. И вот Бхагаван готов даже дать мукти, но не бхакти. Но бхакти Бхагаван не может дать так просто, поскольку бхакти — это амрита. Если Бхагаван даст бхакти нам, то будет вынужден следовать нашим указаниям. Если Бхагаван даст кому-то бхакти, то Бхагаван оказывается под контролем такого бхакти, того, у кого есть чистая преданность, и поэтому Бхагаван, он дарует бхакти только чистым преданным. Это тоже одна из причин. И вот и завтра буду говорить на день ухода Шрилы Рамануджачарьи. Почему я говорю эти вещи, простые вещи внешние? Поскольку мы хотим выразить почтение Мадхвачарьи. И вот Ананда Тиртха, Мадхвачарья. Вы знаете его значение его имени? Те, кто изучает санскрит должным образом. Мадхвачарья значит Мадху и Ачарья. Мадху значит. Мадху значит мед. И вот Мадхвачарья — это Мадху — одно из имен Бхагавана. В Ригведе, если мы будем изучать ее, то там говорятся такие слова, что Бхагаван — это источник всей амриты, всего нектара, и поэтому одно из его имен — Мадху. И вот Мадхвачарья, он принес нектар для нас. И вот я вынужден говорить об этом, поскольку Мадхвачарья, мы уважаем его, выражаем ему почтение с незапамятных времен, поскольку Мадхвачарья, он единственная сверхличность, которая он ярче всех выступал против Майвады и разгромил ее. Конечно, другие ачарьи, как Рамануджачарья и прочие, они тоже выступали против Майвады. И Рамануджачарья также. Рамануджачарья написал одну книгу, никто не может опровергнуть его сиддханту, изложенную в той книге. И вот Рамануджачарья написал книгу Парапака Гири Варжа. Что значит название этой книги? Парапакха Гириваджа значит палец
которая сокрушает Майаваду. It's called Parapakha Giribhaya. They are all this much book. One by one argument, you know, Siddhanta which are given by Ramanujacharya, which can cut into pieces. A Mayavad Bhisha. И вот те аргументы, которые приводятся там, они полностью опровергают Майаваду. Но Рамануджачарья написал эту книгу, безусловно, хорошо, но Сиддханта Вичар Рамануджачарья, в чем это Вишудха Адвайта Вада? А Мадхвачарья Шуддха Адвайта Вада. Я несколько лет назад сравнивал это все. Мадхвачарья, он утвердил Шуддха Адвайта Ваду. А Рамануджачарья Вишудха Адвайта Ваду. В чем разница? Я завтра буду говорить об этом, обширная тема. И какова разница между Шуддха Адвайта Вада и Вишудха Адвайта Вады? И вот сегодня день ухода Мадхвачарьи. И вот он хотел одобрить Рамануджачарья тоже, но тот более обширно. И вот Мадхвачарья хотел утвердить Сиддханту. Не полностью, поскольку закончил ее Шри Чайтанья Махапрабху. И вот Мадхвачарья более ясно, он хотел дать указание на то, на Ачинтья Беда Беда Татва. Мадхвачарья более четко и ясно хотел намекнуть на Ачинтья Беда Беда Татва. Рамануджачарья тоже, но не так ясно и четко. И вот в Дамма-махатме написано Бхактивинода Такура. Если вы обретете Гора Бхакти, преданность Гуранги, то вы поймете подлинное значение Навадвипы, тех, кто чистые саду, они буквально обнимают эту даму. Они чувствуют огромную радость. Они любят каждую частичку, каждую пылинку святой дамы. Мадхвачарья, даже Шанкарачарья. Ачарьи четырех авторитетных вайшнавских сампрадай, эти перечислены, кто нет. Даже Шанкарачарья, они все пришли в Навадвипдаму, но мы не знаем об этом. Они все приходили в Навадвипдаму. Навадвипендра, Чатушван, все они пришли в эту Навадвипдаму. Саптариши, семь риши, кто нет, все. А когда Мадхвачарья пришел, я особо говорю о Мадхвачарье, поскольку он пришел раньше. И вот Махапрабху явился 550 лет назад после него, но
Ну, в общем, они в разное время были. И, но Махапрабху, он вечен, и что говорить о том, что он явился когда-то, шел когда-то, он не исторический персонаж, а вечная, абсолютная истина. Ну, Махапрабху, он вечен. Он, и когда Мадхвачарья был в этом мире, Махапрабху явился перед ним и заверил его, что в эту Кали-югу я приму твою сампрадаю, поскольку твоя сампрадая, она имеет позитивные аспекты. И что же это? Первое, то, что ты указываешь на Ачинтья-бхеда-бхеда-таттва. Второе, на основе этой Ачинтья-бхеда-бхеда-таттва вы верите в вечное существование обусловленных душ. И в то же самое время вы верите в Божество, это очень важно. Виграху. Виграха – это Сачин. Это Сачитананда. Виграха, она не отлична от самого Бхагавана. Шакти Татва, она дана Рамануджа Ачарья, я буду завтра не говорить, но более Махапрабху благословил, что в эту Кали-югу я приму твою сампрадаю, твою парампару. Бхактиван так говорит, те люди с демоническим складом ума, те, кто не верит, то, что мы находимся в Мадхва-годе сампрадаи, а не демоны. Их нужно выгнать из сампрадаи. Мы приглашаем их в этом. Наша проблема, если мы демонов приглашаем на какую-то возвышенную асану, то это глупо. Из-за того, что мы уделяем приоритет каким-то материальным вещам. И вот множество обществ можно найти, и Шрила Прабхупад, он категоризовал их и выделил обманщиков. Это они в Гаудия Патрике перечислены. И он сказал, что Гаудия Матх не собирается вас обманывать. Ну, а что сейчас Гаудия Матх происходит, я об этом не говорю. Это не то, что оставил Шрила Прабхупад, но на основе каких-то глупых ачарий, которые занимают сегодняшние посты, нельзя говорить о идеализме Шрилы Прабхупады. Я говорю о великих вайшнавах, таких как Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж, Бхакти Прагьян Кеша Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж. Великие ачарьи, они участники Гаудия Матха. Кто-то может захватить пост ачарьи, но Шрила Прабхупад никогда не признавал таких людей участниками Гаудия Матха. Каковы признаки, что я, по которым я могу подтвердить, что вы участники Гаудия Матха? Это не так просто. Участники Гаудия Матха значит участники Галока Дхамы. Это Сиддханта Шрилы Прабхупады. И вот Шрила Прабхупад говорил, что подлинные участники Гаудия Матха, они, несомненно, также жители Галоки.
И вот мы хотим выразить почтение Мадхвачарье. Мы вечно благодарны ему, поскольку Мадхвачарья, он более... Он разоблачил Майаваду более широко, он был более выдающимся разоблачителем Майавады. И вот он говорил о вечном присутствии Бхагавана и Джив, о чинте обеда, обеда таттвы, и также он утвердил такую сиддханту о том, что виграха божества, они не материальные. Он говорил, что виграха, она не отлична от самого Бхагавана. И вот сейчас я хочу переключиться на ту тему, где под руководством Бхактивинода Такура я докажу эту таттву. Вот. Бхактивинода Такура говорил о чинте обеда таттве. Сегодня тема Мадхвачарья, она бесконечно подобна океану. И вот Мадхвачарья говорил, когда вы утверждаете о чинте обеда обеда таттву, что это непостижимо. Единовременное отличие, неотличие. Это чинте обеда обеда, это одновременная разница и отличие и неотличие, то, что она одновременно едина и различна. Если мы это запомним, то это мало. Нужно осознать все сердцем. Таттва одновременного единства и различия. Если наше сердце поймет, то тогда мы можем сказать, что вы поняли ачинтья, обеда, обеда, таттву. Может, кто-то дает лекции на эту тему, но это не всегда значит, что человек осознал и понял сердцем ачинтья, обеда, обеда, таттву. И вот Бхактивинода Такур говорит, что ачинтья, обеда, обеда, таттву — вот это причина, по которой мы более одобряем Мадхвачарью больше. И Бхактивинода Такур говорит, когда мы утвердили ачинтья, обеда, обеда, таттву и говорим, что все одновременно едино и различно, и можно вспомнить, Бхактивинода Такур написал такие слова, такую шлоку, я как-то расскажу о ней когда-нибудь. И вот он написал суть Мадхва философии. И вот мы должны пытаться уделить этому время. Жизненно проходит, не тратьте время, зря уделяйте время баджану. Майя, она везде. Народ там такой плачет. Он вечный спутник Гуранги. И вот он говорит такие слова. И вот он беспокоится о том, что мы не можем победить влияние Майи. Нужно изучать киртаны Нарутам Таку. И мы будем плакать, если мы поймем значение его киртанов каждый день. Если вы хотите стать преданными, то вы каждый день должны петь его киртаны. И вот на этом так он плачет. И вот народ он такой говорит, о, такой, он Вайшнава, спасите меня, я падшая душа.
И это моя молитва вам. И этот страшный материальный мир, он затягивает меня, и поэтому возьми меня за волосы и спаси. Такуро Вайшнава Гана Кориэ Ниведана Мавараја Дхама Дура Чара Мавараја Дхама Дура Чара Даруно Саншара Ниди Тахе Дубай Лавиди Кеше Дхари Море Кара Паро Кешедори море коропар. So nice kirtan, we can go mad. Это очень прекрасно киртан, и в нем описывается осознание, понимание Наротам Дастаку. Гуру Махарадж много раз говорил, если вы будете петь эти киртаны всем сердцем, вы обретете милость. Может, они ушли, но вот он так оставил этот мир 450 лет назад, но все же, если вы будете совершать киртан на вот он так и Бхактивинода Такура, то мы обретем их милость. Вы можете попробовать и проверить, правильно я говорю или нет. У меня нет никаких надежд что-то получить от вас. Я не стремлюсь ни к чему материальному. Единственное, что я хочу обрести, это то, чтобы Шрила Прабхупада Бхактивинода Такура и вся Гурварга, они были довольны мной. И вот я думаю о том, чтобы Шрила Прабхупада Бхактивинода Такура, Гурварга, Нитьянанда Прабху, они были довольны мною. И вот смотрите, Мадхвачарья, он утвердил эту сиддханту, Ачинтьябеда Бхедататву, и Бхактивинода Такура говорит, если я... Это вечная, абсолютная истина, но все же суть в том, если я хочу объяснить Ачинтьябеда Бхедататву, то вначале я должен сказать то, что все, что мы можем видеть или не можем видеть, все, оно одновременно едино с Бхагаваном и в то же самое время отлично от него. Все в этом бесконечном мире, оно одновременно отлично и не отлично от Бхагавана. Бхактивинода Такура говорит, когда мы говорим об этом даршане, об едином, о том, что это едино и отлично от Бхагавана, то тогда отличие, оно преобладает. Шрила Бхактивинода Такура говорит, что между вот этой философией отличие, одновременно единство и различие, оно доминирует. Поскольку если мы будем игнорировать это различие, то единство не увидим. И вот там Бишвана Чакравати Пат, он говорит, что Бхагаван, он в Бхагаватам, в Гите, он говорит,
He Ashutvandri. Acharya Mam Vijanya. Are you are Acharya? Yes, I am Acharya. Кто? I am Acharya. Acharya Mam Vijanya. What do you mean? Acharya Mam Vijanya. Что значит? What do you mean? When? Когда? Наш Вишвана Чакаватипат, он объясняет эти слова. Мы знаем, Бхагаван также говорит, что я не отличен от подлинного Ачарьи. Но также мы можем сказать, что Гурудев, он настолько близок и дорог Бхагавану. И Бхагаван, он держит Гурудева в своем сердце. Такого Гурудева в своем сердце. Гуру Махарадж написал книгу «Сердце Кришны». И вот он там говорит, что Гуру Вайшнава, они сердце Кришны. Но не каждый может осознать. И поэтому в тот день, когда вы осознаете, вы будете плакать. Вы не сможете потерпеть разлуку с Бхагаваном. Если эта возможность явится в вашей жизни, то тогда вы осознаете то, о чем я говорю сегодня. Гуру Вайшнавы, подлинные ачарьи, они сердце Кришны, Бхагавана. Как если у нас есть какие-то драгоценности, какое-то богатство, где мы это храним на виду, это не лежит, мы где-то в безопасном месте, в каком-то сейфе или еще где-то храним. И также Бхагаван говорит, Гуру Вайшнавы, они наше богатство, наше сердце. И Бхагаван хранит их в своем сердце. Но это Сиддханта Ачинтья Веда Вьеда Татва. Кто-то, мы понимаем, что это непостижимо. Но Ачинтья Веда Вьеда значит то, что Бхагаван и его преданные, у них есть такие прекрасные сладкие отношения. Это долгая тема, как-то я расскажу о ней. Это мы не можем посчитать это, не можем представить или понять. Это вне нашего понимания. И вот Бхактивинода Тхакур говорит, если вы будете обсуждать это с Сиддханта Ачинтья Веда Вьеда, то все, что мы видим или не видим, одновременно это отлично и едино и различно, отлично от Бхагавана. Гуру Вайшнавы, они очень дороги Бхагавану, настолько дороги, что Бхагаван думает, что они не отличны от него. Если кто-то любит кого-то материальной любовью, это другое, но все же у нас нет опыта божественной любви. И как же объяснить аналогию, поэтому я привожу ее. Если у вас есть огромная любовь к кому-то, то не только это, а также мы думаем, что это объект нашей любви, это наше сердце. И также значит, мы можем осознать вечное существование преданных. И в то же самое время те преданные, они не отличны от Бхагавана. Поскольку если вечное существование преданных не было бы, то кто мог бы получить вкус бхакти? Кто мог бы? Бхагаван, он дает этот вкус бхакти. Бхагаван, он получает. Бхагаван, он
преданные, они проявляют бхакти в адрес Бхагавана. И в Брихат Бхагаватамрите говорится, что есть множество вариантов преданности, множество настроений преданности, различных бесконечных преданных. И Бхагаван хочет принять это бхакти от них. Бхагаван доволен, он самодостаточен, но все же хочет получать преданность от различных преданных с их различными настроениями преданности. Вот я хочу сказать о том, что когда Бхагаван, он уже, у него есть сварупа-шакти внутри его, и бхакти — это функция сварупа-шакти. Бхакти — это естественная функция души. И в то же самое время бхакти — это функция сварупа-шакти внутри Бхагавана. Вот внутри Бхагавана бхакти. Но когда Бхагаван, он дает нам бхакти, например, какой-то ну, можно видеть, иногда раскидывают сладости. Кто-то может поймать и съесть, как в храме, ну, с этого, с колесницы Джаганатха, эти панды периодически раскидывают то, что подносит, поднесено Джаганатху, и кто-то может поймать всю эту милость. И Бхагаван хочет видеть тех, кто может принять его милость. Я могу привести пример. Мы говорим. Если мы что-то говорим, это... Звук зависит от мы выражаем наши мысли с помощью звука, и звук зависит от движения этих звуковых волн. Они, в свою очередь, зависят от воздуха. И вот с помощью языка и прочего, с помощью языка и прочего говорительного аппарата мы с помощью сжатия воздуха он воспроизводит те или иные звуки. Как, например, санскрит, там в этой санскритской грамматике подобно рассказывается, как произнести те или иные звуки, когда язык к небу поджимать, когда отворачивать, когда еще что-то. И вот таким образом с помощью языка производятся различные звуки. Звук, он везде, где вот, только нет. Но если это звук, он... Ну, например, если взять флейту, то тот же, то звук, проходя через флейту, издает воздух. Проходя через флейту, издает прекрасные звуки, хотя воздух, он вроде то же самое. Но с помощью давления воздуха можно
извлекать различные звуки из флейты. И вот Сиддханта в том, что воздух может быть. Но когда этот воздух проходит через флейту с помощью каких-то манипулирование давления воздуха, то извлекаются прекрасные звуки. И вот так и Сарвапшакти может, оно есть внутри Бхагавана, но если это Сарвапшакти, оно попадает в какую-то душу какого-то преданного и возвращается к Бхагавану, то Бхагаван он чувствует особый вкус этой Сарвапшакти, и в этом Сиддханта. И вот я должен что-то сказать о Мадхвачарье. Сейчас мы поняли, обсудили одновременное единство и различие. Ачинта Веда Абхеда. И вот это, что он хотел утвердить Мадхвачарья, и мы, Гаудии, мы всегда. Nihari Madhava Vamshe, Akkava Paramamshe, Shishya Vali Angika, this Guru Parampara. So all our Guru Varga, including Baladevidya Baladevidya Bhushana, including Baladevidya Bhushana, for whom, ради которого, about whom, котором, idiot people going to, глупые люди, они возмущаются тем, что Мадхвачарья. Вот Баладевидья Бхушан был в преемственности Мадхвачарьи. Наша Гуру Варга. И вот этот Мадхвачарья, я хочу сказать что-то о нем. И вот Мадхвачарья, он велик по милости Бхагавана. Он был принц этим главным вая. Есть шесть видов этих вая. Вая, вот эти перечисленные. Если воздух в нашем теле не циркулирует должным образом, мы прана, то мы не можем переваривать пищу, спать. Эти вайю не контролируют функции нашего тела. И главный вайю — это олицетворение Ханумана. Он отвечает за дыхание. И вот эти мукхавайю, они, и вот этот Мадхвачарья, он олицетворение Ханумана и Бхимасена, и в эту Кали-югу он и явился. Как Мадхвачарья, его Сиддханта. Мадхвачарья, он мукхавайю, главный среди вайю. Он имел огромное тело. Кто-то, если смотрел на Мадхвачарью, он не мог поверить. Настолько могущественным он был. Был очень могущественен. И его даже 30 человек одновременно не могли победить. Однажды кто-то бросил вызов Мадхвачарье.
having the power of 30 men at a time. 30 men at a side, 30 men power is there in one man. So powerful. Вот был какой-то могущественный борец, ему он был подобен 30 людям. И вот тут пытался как-то с ним подраться. И Мадхвачарья, он... большим пальцем правой ноги он и вот он поставил правый палец большой ноги на землю и сказал: попробуй сдвини с места. И этот человек не мог сдвинуть его ногу с места, хотя пытался всеми силами. И вот даже если так он не мог победить, что было говорить о дальнейшей борьбе. И вот Мадхвачарья сказал, что по нем он явился в Южной Индии, в Андхра-Прадеше. Там была Паджа-кшетра. Рядом с Судупи. И там Паджа-кшетра есть. И с этой Паджа-кшетры нужно идти по направлению к храму Анантешвара. Анантешвара значит Баладев. Баладев же Махарадж. Отец Мадхвачарьи Нарайана Бхатта. И имя его отца Мадхвачарья Васудев. Я обсуждаю это дальше. Сначала я говорю о Сиддханте, поэтому о его происхождении говорить не остается места. И вот в Паджа-кшетре там доминировали брахманы. И среди них отец Мадхвачарья Васудев, он был наилучшим, его звали Нарайана Бхатта. И нет, Бедавати. У них не было никаких детей. Но потом они рождались, быстро умирали. И отец и мать Мадхвачарьи, они решили в храме Анантешвара у Бхагавана. Мы принимаем обет на 12 лет, что мы будем пить только молоко. И вот они в течение 12 лет жили на одном молоке. И вот после того, как 12-летний обет прошел, Анантешвара явился к нему и сказал, что вы можете родить ребенка, обрести ребенка. И вот в храме Анантешвара был большой праздник, и внезапно какой-то молодой человек залез на этот высокий храм. И залез наверх Сударшан-чакры как-то. Вот так, маловероятно. И вот он встал на Сударшан-чакру и начал танцевать как Натарадж, как Махадев. Или мы можем более точно сказать, как Кришна Хаянай.
река в Кали, в этой Кали Лиле, и все смотрели, как это возможно. Это невозможно, как туда залез вообще. Мало того, что она такую вверх еще и на саму чакру. Это чудесно было. И как будто вообще балансирует, танцует на чакру, она очень малую площадь имеет, и как он еще там балансирует. И тысячи преданных смотрели на это, как это все случилось, и тот человек сверху провозгласил. Я танцую, поскольку я предсказываю, что Великая Личность явится, будет послана Бхагавану, который спасет вас от всех этих материальных страданий. И вот Анантешвар, он вошел как привидение. Сердце этого человека, который забрался на его храм и начал танцевать и предсказывать, что очень скоро великая личность, великий Махапуруш, он явится здесь и спасет вас от материальной обусловленности. И все начали радоваться. И после этого Мадхвачарья, он родился в доме Мадхвагрихи. Мадхвачарья, он явился, он был золотого цвета, прекрасно выглядел, как был подобен меду, он был очень прекрасен. И в итоге отец и мать Мадхвачарьи поняли, что он явился по милости Анантешвара. И потом его назвали Васудева. Нарайан-бхатта говорит, с самого детства мы видим, он полон преданности. И Нарайан-бхатта понял, что его имя должно быть Васудев. И вот Васудев вырос, получил образование. Обычно люди 18 лет изучают санскритскую грамматику, но далеко не все достигают успеха в ней. Но Мадхвачарья Васудев, он очень быстро с успехом выучил ее. И все связано. И после этого и вот когда его отец Нарайан-бхатта, он цитировал какую-то стоту, поправлял отца, говорил, подсказывал ему, что отец, вот эти слова, они должны так и так произноситься, а значение то и то. И отец понял, что он был удивлен, несмотря на такой малый возраст, он очень учен. Потом он был отправлен в Гурукулу изучать Веду, Веданту. Но он там не учился, а весь день играл. Хотя отправили его для образования туда. И однажды этот гуру недоволен был. Весь день играешь, а почему не учишься?
И мы дочери со сложными ладонями сказал: о, годы, сколько нужно времени, чтобы выучить это, ваши простые задачи. И вот и однажды, может, на день явления или ухода его более подобно рассказывал. Вот однажды Мадхвачарья с палкой в руках пришел к отцу. И сказал: о, отец, я уничтожу Майваду. Отец сказал: как ты еще мал, как ты это Майваду столь могущественно можешь разрушить? И вот отец сказал: если это сухая палка в твоих руках, она примет форму большого дерева, то тогда это может быть возможно, иначе нет. И Мадхвачарья сказал: ты можешь поверь мне, я это сделаю. И тогда Мадхвачарья взял эту палку, вставил в глину, и сразу же из нее выросло большое дерево баньяновое. Отец подумал: да, может быть, это может быть. There, tree is there, you pull it. Only treatment of body, treatment of heart. That is there. Мы должны заниматься исцелением не только тела, а также исцелением нашего сердца. И вот Мадхвачи, это дерево до сих пор растет там, которое очень быстро выросло из палки, которую он воткнул в землю. Однажды. И вот они были бедными браманами однажды, после того, как один браман что-то пожертвовал прекрасной корове, но отец Нарайан-бхатта, он купил какого-то быка, но денег не было, и человек пришел с... пришел с быками и спросил, сколько денег надо. Тот сказал, что денег сейчас нету, можешь попозже прийти за деньгами. И тут маленький мальчик Мадхвачарья, Васудев его звали, он как Кришна принес. И вот этот Мадхвачарья, маленький Васудев принес каких-то этих озерен. И этот в общем, он принес каких-то зерен, а этот продавец быков, он с радостью принял это и сказал, что больше ему ничего не нужно, и я ухожу. И таким образом Мадхвачарья отплатил этому продавцу быков. Когда Мадхвачарья вырос, он стал угрозой Майявады. И вот Мадхвачарья уже в возрасте 10 лет, он сокрушал Майяваду,
в храме Нанатешвара множество людей было. И он оспорил уже, в то время уже оспаривал этих. И вот там был какой-то очередной Шанкарачарья, а Мадхвачарья, он бросил вызов, что ваша Сиддханта, она вся неправильна. И вот он начал опровергать ее перед тысячами людей. Однажды в Варанаси. Сейчас я говорю разбросано, поскольку здесь буду все подробно обсуждать, то времени не хватит. И вот однажды в Варанаси на одном из гатов он говорил о какой-то сиддханте с одним пандитом. И вот они спорили, и в итоге не услышали, увидели, какой-то из небес явилась какая-то в общем, с небес явился звук, что о том, что он поддерживается Верховным Господом, и нельзя победить Мадхвачарью. С какими-то учениками Мадхвачарья встретился, а он пошел на различные эти места паломничества, как Кедарнат, Бадринат, Ганготри, Гамук, и где был. И однажды он дошел до Нараяны, там два больших холма Нарай, две горы Нарай, Нараяна. Там Бадрикашрам, Бадринараян, Бхагаван пребывает. И оттуда достаточно далеко. Я был там, там один снег, и я достиг Вьясагуфа, там, где Вьясадев находился и сейчас находится. Он вечно присутствует там. И я хотел прикоснуться к водам Сарасвати. Все люди вокруг, они отговаривали меня. Но все же я достиг и прикоснулся к этой воде Сарасвати, чтобы обрести ее милость. Это очень рискованное было мероприятие. И Вьясадев Госвами, он вечно присутствует в Мадхвачарье. Он дал совет своим ученикам, что находитесь здесь, в этом ашраме. Я пойду встречусь с Вьясадевой. Кто-то из учеников вызвался идти с ним. Даже когда ну, он пошел один без и Вьясадев Госвами, когда это, точнее Мадхвачарья, он достиг этой пещеры Вьясадевы, и Вьясадев явился там. И в течение короткого времени Вьясадев дал ему учение о Ведах, Веданте, Упанишадах. Он вложил в него это чувство, это знание. И поэтому мы говорим, что Мадхвачарья, он изначально получил посвящение у Вьясадева. Мадхвачарья, он ученик Вьясадева. Понимаете, о чем я говорю? Мадхвачарья, он ученик Вьясадева.
И вот Мадхвачарья говорит, что я слуга Васудева, Вьясадева. И смотрите, насколько мы удачливы. Мы находимся в наставнической преемственности Мадхвачарьи и Вьясадева. Насколько мы удачливы, насколько много у нас возможностей, а почему мы чувствуем себя слабыми. И вот Мадхвачарья обрел милость Вьясадева и начал писать Веданта Сутра Бхашья. Упанишад Бхашья очень быстро. Книги Мадхвачарьи, они везде. Бхагаватику, Махабхаратику написал. И особенно комментарии на Веданта Сутру. И в итоге он хотел принять саньясу в возрасте 11 лет. И в каких-то комментариях 12 лет, каких-то 11 говорится. Все в нашем штате, в Бенгале обычно дети в возрасте там 10-12 лет, они совсем дети. И вот без, не спросив разрешения отца и матери, какие-то глупые люди говорят, что перед тем, как принять саньясу, нужно спросить разрешения отца и матери, но это неправильно. Мадхвачарья ушел. Так много вещей я не могу говорить дальше. Времени мало, в какой-то день я расскажу более подробно. И вот Мадхвачарья, он принял саньясу от Ачьюта Прекши. Его имя его гуру было Ачьюта Прекши. В возрасте 12 лет из тех времен он проповедовал Майаваду. И с того дня Мадхвачарья начал проповедовать Шудда Бхакти Сиддханту. Шудда Адвайтаваду. Группа Майавады была очень озлоблена. И вот они решили напасть на Мадхвачарью. Мадхвачарью, его саньясу гуру, Ачьюта Прекша и его гуру. Все они решили зажечь этот храм. Sannyas Guru, Ачьюта Прекша, his guru, they were bound to и вот этот Майавад Тилак. Sannyas Guru, Ачьюта Прекша, они носили тилаки Майавады, но в итоге они... Но смотрите, они были внутри вайшнавы, но под влиянием этих местных обычаев, то они атрибуты Майавады носили. И вот Мадхвачарья, он положил конец всему этому и начал разоблачать Майаваду. Однажды Мадхвачарья, он сидел на берегу реки Кавери, и какой-то корабль торговый проплывал. И вот они застряли на миле. И вот этот корабль плыл в Дварку, в Гуджарат, и потом закупался, закупался чем-то,
вот в данный момент они его Гопи Чандан везли, чтобы где-то продать. И тем временем этот корабль сел на мель. И вот владелец этого корабля, он не знал, что делать, и вдруг увидел эту великую личность, Мадхвачарью, измолился ему, что спаси нас. Тут такая беда приключилась, и Мадхвачарья совершал свой баджан. И в итоге он надоел ему, и Мадхвачарья показал такой знак. Сидя на берегу, он показал такой знак. И корабль он снялся с мели и смог продолжить плыть. И хозяин и вот этот хозяин корабля был необычайно рад и в качестве пожертвования дал ему большой кусок Гопи Чандана. Он такой очень большой, что 20-30 человек не могли его сдвинуть с места. Мадхвачарья поймал его одной рукой. И вот он кейки положил его куда-то, этот Гопи Чандан, и он сломался, и Бал Гопал явился оттуда. Чудо было. И вот было поколение восьми ачарий, и они были выбраны, чтобы служение каждые два месяца совершать. И Мадхвачарья, я не могу сказать ни о чем, он велик. If the time permits someday, I can discuss more and more. Naivatmano prabhurayam nijalabhapurno manam janadabidusho karuno vinite jajjajjano bhagavate vidadhita manam tachatmane praktimukosya jathamukoshi Наиватману прабхурайам нижалаб пурно манам джанадабидушо коруно вините джаджад джану бхагавате видати таманам тачатмане пратимукаша джатха мукасри. Someday I can explain this sloka. I have no time to explain. This sloka, the sloka I started with. Ванча калпатарвасе кепасиндвеваше. Патитанан папа не повышнет.